Приветствую на нашем канале. Сегодня я вам расскажу, как можно бороться с насекомыми в доме. Избавиться от них очень непросто. Как только вы увидите таракана или муравья на своей территории, будьте уверены, поблизости скрывается гораздо больше вредителей. Я расскажу вам, как избавиться от насекомых самым безвредным способом. В помощь вам лавровый лист. Даже если в доме есть дети или животные, можете использовать смело это средство. Борьба с насекомыми и вредителями в доме. Все, что тебе понравится, это немного лавровых листьев. Разложить их по углам своего дома, и вы навсегда забудете о присутствии нежелательных гостей в своем доме. Весь секрет состоит в том, что такие насекомые, как тараканы, муравьи, мухи, комары и моль, просто не переносят запах лаврового листа. Таким образом, разложив вдоль стен лавровый лист по углам, под шкафчиками, вы сможете избавиться легко от любых насекомых в доме. Таким же образом, предлагаю лавровый лист класть в банки с крупами. Можно предотвратить появление мелких жучков в своих продуктовых запасах. Такими простыми домашними хитростями, используя всего лишь лавровый лист, приправа, которая есть в каждом доме, получается бюджетный и эффективный способ борьбы с насекомыми. Пользуйтесь полезными советами, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!